Посмотрим сейчас сводку Генерального штаба о потерях оккупационных российских войск на территории Украины и прокомментируем. Итак, сегодня 181-й день с момента начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск. За это время они личного состава потеряли 45 550 человек. А еще в этом списке 1921 танк. Кроме того, в украинском небе сбито 234 самолета. И также вертолеты, 198 штук уничтожено нашими защитниками. В металлолом превратились 4238 боевых бронированных машин. А вместе с ними и 146 единиц средств ПВО. Автомобили 3150 штук уничтожили украинские защитники. И ракетные системы залпового огня 266 установок сгорело в Украине. Жест доброй воли совершили 1033 артиллерийские системы. Ну и обратное всплытие. 15 кораблей и катеров, среди которых крейсер «Москва», флагман Черноморского флота РФ. Беспилотники 817 штук, целая эскадрилья уничтожена в Украине. И крылатые ракеты 196 штук сбили украинские ПВО. Традиционно замыкает этот список специальная техника. Ее уничтожено 99 единиц. Слава Украине, слава ее героям.